В Анапе нет ни льда, ни снега. Но начиная от Уташа и дальше к Джигинке погода преподнесла неприятный сюрприз. Сломанные по тяжестью льда деревья и ветки перекрыли движение на центральной улице Советской Джигинки. На расчистку вышли все шестеро работников предприятия ЖКХ «Джигинка» и представители местной администрации. В 5:30 утра убираем деревья все. Много завалов, обрывы проводов. Почти на каждой улице есть обрывы проводов. Ну, сейчас электрики, я смотрю, подъехали. Пошли по линии смотреть, чтобы десятка нигде порвана не было, и будут устранять. Улицу Советскую освободили от упавших деревьев уже к 10 утра, а на других разбирают завалы и пилят ветки сами жители. На улице Комсомольскую, дома номер 57, упала опора линии электропередач. Хозяйка дома Лариса Юдина радуется, что не на дом, иначе куда было бы деться. Женщина воспитывает 7 детей. Я ночью вставала, смотрю, крен, думаю, ну вот точно упадет. И вот именно А если туда упал? Электричество отключено, провода лежат вдоль дорог и дворов. Работы аварийным бригадам предстоит много. Занятия в школе Джигинки отменили. Закрыт детский сад. Информация о ходе работ постоянно поступает в администрацию города-курорта. Последствия стихии устраняют. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа регион.